Тебе понравится. С Линку пришла крупная партия наркотиков, они в аэропорту. Угадай, как он собирается перевезти их в город. На авто, что сдаются в прокат. 4 водителя, 4 одинаковые машины. Груз только в одной, остальные для прикрытия. Парень думает, что он реально умен. Покажем ему, что он заблуждается. Ликвидируй все тачки, если потребуется, и уничтожь наркотики. Если готов, езжай в автопрокат. Там есть мой человек. Он даст тебе информацию. Боже, машина уже в пути. Я могу отследить их, но недолго. Скоро начальник вернется. Тогда я помогать не смогу ни за какие деньги. Понятно? Сажусь. Не та машина! Ты должен взять другую! Пошел! Оставь ключи от зажигания. Не та машина! Ты должен взять другую! Пошел! Следование. Подозреваемый Бишоп. Выходи. Почему всегда туда смотришь в последнюю очередь? Большое спасибо за помощь. Это я. Есть новости по поводу Бишопа. К этому подонку не подступиться, но у меня есть кое-какие соображения. Скину тебе что и как. Спасибо.